прогноз погоды на 26 октября. Итак, на 6 часов утра в центральных лучах температура воздуха была минус 24, минус 10 градусов, в Заречье минус 27, минус 10, в южных лусах минус 13, минус 11 градусов, в Вилюйской группе лусов минус 17, минус 11 градусов, в Нижнеленске минус 19, минус 18, в западных лусах 16, 10 градусов со знаком минус, в Кылым-Эдигирской группе лусов минус 26, 0 градусов, в Янске минус 20, минус 9, на северо-западе минус 16, минус 9 градусов. В Якутске 6 часов утра температура воздуха была минус 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем ожидается от 8 до 10 градусов ниже 0 и небольшой снег.